Всем привет, с вами Вирджил и Димаус. И у нашего канала знаковое событие, у нас 10 тысяч подписчиков. Ура! А если быть точным, уже 15 тысяч. 17 284 на данную минуту. Конечно, нам очень приятно, что YouTube решил вдруг рассказать миру о нашем существовании, и оказалось, что есть столько людей, которые разделяют наш интерес к играм, истории их появления, старым компьютерам и приставкам, музыке и всему прочему. Хотелось бы, чтобы это произошло не через 7 лет после начала активности на канале, но с некоторыми такого вообще не случается. Зато сейчас у нас есть немало видео, которые можно предложить тем, кто хочет добавки. Хочется сказать спасибо всем тем, кто был с нами сначала. Есть люди, которые были подписаны на нас по 4, 5, 6 лет, и они до сих пор мелькают в комментариях и на стримах. Большое спасибо вам за ваш интерес. И спасибо всем гостям, которые принимали участие в создании передачи и давали альтернативную точку зрения на обсуждаемые нами темы. Также хочется выразить отдельную благодарность тем, кто поддерживает канал разными способами, в том числе на сервисе Patreon. И там есть люди, которые тоже с самого начала. Даже условные 100 рублей говорят автору, что его творчество кому-то интересно и дает большую мотивацию продолжать им заниматься и не забрасывать. Мы читаем ваши комментарии, нам приятно, что из наших видео вы узнаете что-то новое или вспоминаете что-то старое. Кто-то интересуется игровой историей, а для кого-то эти воспоминания очень личные. Что-то связанное с их детством или юностью. Что-то давно забытое или скрытое пеленой времени, которую мы беспардонно прорываем. Но также хочется адресовать и некоторые типы комментариев, которые мы получали в большом количестве за последний месяц. Во-первых, мы исследуем те темы, которые нам интересны, даже те, в которых мы не эксперты, но пытаемся все узнать и изложить в доступной форме. Просто потому, что нам это интересно. Иногда бывает, что в видео попадаются оговорки или даже фактически ошибки. Очень жаль, но увы, от этого никуда не деться, и ведь даже в первоисточниках могли быть ошибки и неточности. Но мы идем вперед и стараемся делать наше видео лучше. Надеемся, что это заметно. А во-вторых, смешно читать комментарии о том, что у нас была тройка по физике или 85% видео это бред, без какой-либо аргументации. Или вот последний комментарий видео про компьютер 1979 года выпуска, где сказано, что в видео есть скрытая реклама. В общем, если люди хотят конструктивного диалога с авторами, то они должны оставлять конструктивную критику в адекватной форме, а все наезды идут лесом. Ну и в-третьих, мы физически не можем изменить что-то в старых видео, даже если этого и хочется. Поэтому, смотря на комментарии к видео 4-летней давности, мы можем только развести руками. Если вы считаете, что мы говорим слишком медленно, в YouTube есть функция ускорения видео. Она встроена в плеер. Да, ну и хотим проанонсировать несколько интересных видео, которые будут у нас в ближайшее время про DOS-игры, про старое железо и все, что с ним связано. Это будет и DOS, и Windows 9X. Я думаю, будет интересно. Да, также в наши планы входит продолжение темы исследования игровой истории, и мы решили сделать следующее крупное видео на тему MMO-игр. Каким были онлайн-игры до появления интернета и в самом начале его развития. Вот такая вот тема. Непростая, но интересная. Да, ну и напоследок, я думаю, у нас так много видео, в них сложно ориентироваться. Может, Димаус, ты скажешь какое-нибудь видео, которое не пользуется популярностью? Ну, мне нравятся выпуски наши про музыку. Рассказ про музыкантов и игры с разных платформ, с прослушиванием музыки. Это было прикольно. Понятно. Вот, но также не забывайте, что у нас есть и обзоры новых игр, и какие-то интересные топы, и прочие темы. В общем, за эти годы было поднято много разных интересных тем. Ну и напоследок, пусть наш канал останется лучом света в темном царстве видео про Майнкрафт, инфо-цыган и всяких мутных продаванов. А с вами были Вирджил и Димаус. И надеемся, что 20 тысяч не за горами. Всем пока. Пока.